Картина художника Архипа Квинза. «Осень». Автор этой картины очень интересно изобразил осень. На этой картине вы можете видеть веселую золотую осень. Маленький мальчик решил прогуляться по аллее и посмотреть, как красиво падают осенние листья. Он увидел небольшой ручеек и захотел его перепрыгнуть. Это первая моя идея. Вторая же моя идея, что на этой картине, если приглядеться, можно увидеть большую огненную птицу. Вот было у вас такое, что приходите вы с тренировки или с дня рождения, и вы очень уставшие. Вот как и картина Куинджи. Там говорится о том, что есть радостная сторона и грустная. Я расскажу вам про грустную сторону. Грустная сторона – это желтые деревья, которые падают листья. Они падают очень медленно. А если с радостной стороны, то очень быстро. А так, если с грустной стороны посмотреть на эту картину, то можно найти в ней что-то грустное. Вот как, например, небо. Оно очень спокойное. И листья падают очень медленно и спокойно. Так же, как и небо. Смотрите с любых сторон. С радостной стороны и с грустной. Не важно, что вам весело или грустно. Посмотрите хоть с какой-нибудь стороны. Автор хотел изобразить, что внизу грусть, зеленый цвет, холодный оттенок, а сверху теплота, веселье, доброта, счастье, которое падает на грусть, и грусть исчезает. А тебе нравится эта картина? Да. Мне тоже. Она такая, тут такие яркие красочные цвета. Угу. Такие теплые, яркие цвета. Тут идет листопад. И речка журчит. Ага. О, Люба, тебе нравится эта картина Архипа Куинджи? Да, нравится. Но у меня есть вопрос. Почему на заднем фоне зеленые листья, а на переднем желтые? Ну, наверное, потому что сзади елки. А на переднем плане изображены лиственные деревья. А на заднем хвойные. А хвойные всегда зеленые. Теперь понятно. Так это же сосны. Да, я с тобой согласна. А на переднем плане, как будто бы девушки в кружевных платьях, и на их юбках изображены разные рисунки. К примеру, как ангел или птичка. На этой картине изображены деревья, с которых падают желтые, оранжевые и красные листья. Пожелтеть, как будто бы еще только 1 сентября или 2 сентября. Мне кажется, то, что эта речка на картине, она бежит к нам и как будто бы хочет нам что-то сказать. А мне кажется, она наоборот от нас убегает. Изображена речка, которая отражает чистое небо, а на этом небе появляются мелкие, но яркие звезды. Спасибо за внимание.